спокойствие, только спокойствие. Я освобожу тебе место. Играй. Гордон играет. Бросок со средней. И опять сам, а уже пора. Казалось, что вырвался там такой полуцвист. Удивление, наверное. Да. Паспорт издали. Но в итоге игра не остановлена. Из него можно пить победное шампанское. И что-то мне подсказывается, скоро он наполнится. Барфорд. Была нужна нижнему быстрая атака, но передача хвостов заканчивается потерей. Барфорд вколачивает. Это мяч Дарреллу Уиллису. Возвращает ему американский баскетболист Локомотив Кубани. Барфорд со средней. Барфорд со средней попадает. Джален. Теоретически может сравнять счет в этом нападении. Барфорд. Барфорд на равной. Да ладно! Швед ошибается с передачей. Джейлон Барфорд убегает быстро от рыбы. Барфорд против Умрихина. Там есть преимущество в физике. Отскакивает и сбивает со средних. Тэпбэк. И три сидит. Из большого игрока почему-то. Оу! Совсем недавно промахнулся, там кольцо выплюнуло мяч, тут добавил траектории, залетело чисто. Барфорд! И осуждать его, даже если бы промахнулся, я бы не стал. Барфорд! Все-таки 2 очка, 5 секунд. У Лока на бросок. Джейлен Барфорд попытается взять на себя, подвешивает мяч. Тенис. Барфорд перехватывает, и есть возможность убежать быстро. И тот сверху забивает. Барфорд получает заслон, но не слишком акцентированно пытается его пройти, атакует со средней. А желательно еще в 3 раза лучше. Тренер вам слово, конечно, не скажет. Ой, да. Но при этом теперь Иван Павлович не самый возрастной игрок в составе своей команды, потому что Локомотив Кубань. Битва. Надеюсь, она в полной мере раскроется во второй половине. Барфорд под самую. Артема и через Кей, как и сыграли двоечку, мяч потеряли. Джейлен Барфорд, он летит и забивает сверху. Заслон, поэтому Ханна проскакивала снизу. Барфорд пошел давить, там 3 игрока, некуда идти, поэтому с отклонением бил. Больше штрафных краснодарцы исполнили уже в этом матче. Ему брать на себя инициативу, тем более, что сейчас неравноценный размен против Трея Томпкинса. Барфорд забивает. Казанцев. Заключительная четверть начинается с атаки Локомотива Кубани. Джейлен Барфорд продолжает. С игры, правда, 1 из 5. Не самый продуктивный матч. Барфорд против Брауна. Ну какой мяч забивает! Барфорд. Со средней через Антипова попадает. 25-е очко для армейцев в этой четверти. 3 секунды остается. Барфорд. Дальняя попытка. Барфорд. Даррелл Уиллис. Сразу бросать не стал, отдает Барфорду. Барфорд сам со средней. Все понятно, все знакомо. И даже вот внутреннее устройство, в принципе, идентичное. Эртеля двоечку играет. Против Соломона остается. Соломон отзащищался на ногах, но вот против...